Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре интересный топорик от Firebird. Подобные топорики я уже обозревал примерно года два назад. И вот такой вот ножик. Это вот два интересных товара от Ganza и от Firebird, которые предназначены для выживания. Ну, конечно же, они подойдут для турпоходов, пикников и так далее. Такие вещи многие с собой возят в авто. Вот такой набор, именно этот нож, правда, предшествующая модель. И такой же самый топор, тоже предшествующая модель, я подарил своему сыну. Он уже пользуется этими всеми вещами 2 года. Ездил он уже в поход на море, отдыхал с палаткой там. Очень даже неплохо, топорик очень понравился. И нож, в принципе, тоже. Поэтому я вот такой вот наборчик вам показываю. Но сегодня у нас на обзоре топор. А нож, кстати, такой вот у нас разыгрывается. Под видео будет ссылочка на то видео, в котором он разыгрывается. Там уже перейдете и посмотрите. Можете принять участие, там несложные условия абсолютно. Топор состоит из 4 частей. Это чехол с возможностью подвешивать его на пояс. Здесь надо отжать, я так понимаю, торкс. И можно выставить вот этот вот крепеж под любой, не знаю, пояс, лямку. Она застегивается, есть крючочек. Видно, да? Есть рукоятка, можно держать просто в руке, нести его удобно. Второе, это, конечно, сам топор. Третье, это огниво. И в торце пилочка. Давайте проверим, как она держится. Абсолютно шата нет. Да, так вот такая вот у нас интересная здесь защелочка. Мало того, что она защелкивается по рукоятке, так еще и дублируется кнопкой. Пилочка довольно острая, резущая, не маленькая. Если топор имеет длину 34,7 сантиметра, то пилочка практически на весь топор. То есть сантиметров 30 она имеет. Пилочка имеет двухрядный зуб, поэтому пилит довольно-таки неплохо. Искру можно добыть даже без ножа при помощи пилы, у которой обух не завальцован, довольно-таки острый. Сейчас пришла мысль о том, что вместо пилочки сюда можно вставить какой-то набор выживания. Если этот набор хорошо подогнать, то его можно точно так же закрепить, как эту пилочку, на кнопке. Вот так. По чехлу у нас есть защелка. Оп, извлекаем. Получаем вот такой вот интересный топорик. Еще раз вам скажу, что длина его 34,7 сантиметра. То есть как раз под одну руку подходит идеально. Вес его 943 грамма. То есть вполне достаточно, чтобы при нормальном размахе разрубить довольно толстое полено. Сзади есть молоточек. Есть еще отверстие для подвяза сверху. Есть отверстие для темляка снизу. Рукоятка исполнена из композита. Это стекловолокно плюс нейлон. Все это дело вклеено. И при ударных нагрузках этот же материал гасит вибрацию, как в дорогих финских топорах. Вот именно это неплохая модель, очень удачная, очень удобная длина, очень удобный вес. Сталь здесь применили 3 хром-13, нержавейка. Плюс к этому добавили еще такое вот черное антикоррозионное покрытие, которое будет уберегать топоры в сырую погоду. Ну, не дай бог, если там упустили его где-то в речку или в лужу, то ничего с ним тоже не случится. В итоге берем топор, вставляем в чехол, запираем чехол. В чехле он также у нас не болтается, все хорошо. Кладем этот топор себе в рюкзак, в авто, не знаю, привязываем на мотоцикл. При этом огниво есть в ноже, огниво есть в чехле для топора, есть пила, нож, топор, пила. Идеальный набор выживания. Такие у меня дела, такие у меня пополнения в выживальческую коллекцию. На этом всего доброго, до свидания, до скорых встреч!